Привет всем, на канале Дейзи Тарт и обзор магазина на 29 июня. Поехали! Так, кстати, сегодня мне надо еще будет концерт записать. И очень качественно, как в прошлый раз, вы видели, надеюсь. И у нас тут сегодня такой чел, как я понял, да? Поехали смотреть. Как обычно по нашей программе, я быстро пробегусь по всем скинам, а потом более углубленно. О, вспышку оставили, значит, она эксклюзивный скин. Линия огня, ну такое себе. Цели указания тоже такое себе. Да ладно, я шучу. Я пока так смотрю, а потом буду говорить более детально. Уху-ху, сегодня в принципе неплохой магазинчик. Ой, ну не-не-не. Анимация четкая. Давайте, рассказываю. То, что оставили нам вспышку, это огромный плюс. Значит, мы считаем ее эксклюзивом. Если ее оставят на еще один день, то точно эксклюзив. Это классная вещь, это круто и так далее. Скин, вы знаете, он просто топовый. Даже ТикТок для нее записал. А ТикТок, как вы знаете, я записываю только по красивым скинам, которые я считаю. И то, что ее добавили на еще один день, это огромный плюс. Мы ее любим и жизнь как все хотим. Мои подписчики пишут мне, что сейчас будем экономить деньги по полной программе, тратить все что угодно, но купим ее. И очень хорошо, что ее оставили. Цель, скин, ну, для любителя. Я не скажу, что он плохой, но интересный. Ты его в игре не так часто видишь. И то, что он такой... Знаете, если вы мазохист, цель — это то, что вам надо. Показывайте, что вы мазохист и все в этом духе. Так еще и бэкпак прикольный, бля, реально. Я не знаю, про что счетчик идет. Меняет внешний вид. А, только попробуй. Наверное, счетчик существует какой-то клевый. А я не могу рассказать вам про него, простите. Линия огня. Бля, тщательно... Ну, давайте посмотрим. Звук классный. Знаете, раньше когда-то на каком-то обзоре я говорил, что цель это плохой скин и выглядит фигово. Нет, он классный скин, я тогда говорил, потому что я не знал другие скины. На моем счету просмотры скинов было просто дофига. Скажу честно, цель это не самый плохой скин в игре. Он классный в каком-то смысле. Я, конечно же, не хочу его, но советую, если вы мазохист, это клевая вещь. Так, зловещий рептулоид. Ну, ай, реколор. Да, прикольный реколор. Да, у него что-то с черным подобразом есть. Типа, классненько. Ну, чего-то ему не хватает. Лицо хотя бы другое дали. Топовый звук. Кто любит кости ломаные, оценит. Девочки топо приятнее, кстати. Второй подобраз. Ну, скажу, да, она повеселее выглядит, да и приятнее на нее смотреть. Да-да-да. Вот ее хотелось бы иметь в коллекции, на самом деле. Круто выглядит, круто. Да, еще эта штука. О, годненько выглядит. Злой такой, прикольный. Так, давайте идти дальше. Идем дальше. Раптор высота. Ну... не. Мне достали скины с этими носками на голове. Не, они прикольные, но... Бомбардировщик. Прикольная штука, но звук фиговый. Душа компания. А, это топовая вещь, да. Это топовая. Люди любят ей хвастаться. Кстати, почему-то у Раптора есть второй подобраз с классным вторым скином, из-за чего его, в принципе, и хочется брать. А почему на девушку так не сделать? Почему? Алло? Почему на Раптора какого-то чела с сезона первого дали классный второй подобраз, а на девушку не сделали? Вот это меня бесит. Раптора из-за этого хочется взять, у него классный второй подобраз. Прям реально жесть какой клевый. Ты играешь с друзьями такой за веселого чела, например, у тебя хорошее настроение, тебе испортили настроение, поменял на этот скин. И все. Людям сразу понятно. А здесь почему нету этого? Это жаль, это реально ломает все. Давайте посмотрим на
последняя вещь, которую я считаю в этом обзоре имеет смысл посмотреть. Прыскучий нектар. Красиво выглядит, очень красиво. И смотрите, как нежно все переливается. Это вот вчера был фантом, да? У него переливалось на каком-то камне. Здесь она переливается так, что прям гладко выглядит, как будто это лавовая лампа, которую ты перекручиваешь вверх-вниз. Здесь это смотрится очень круто. У фантома была обертка такая на двоечку, здесь на десяточку. Здесь уже красиво выглядит. Здесь они не испортили вообще ни капли. Это вот реально вчера была обертка фантома, она меня просто бесила. Почему так некрасиво она сделала? Ой, что с вертолетом не так? Они что-то с вертолетом не доделали. На самом деле, вот эта штука должна более гладко идти. Здесь мне вот не нравится переход вертолета, вот чисто из-за того, что железо видно, видите? Здесь они красиво показали, что она идет на розовый, а здесь на железо, как будто вот не докрасили. И вот такой вот эффект было, когда вы смотрите на скин фантома, там тоже такой, как будто не докрасили. И здесь то же самое. На вертолете это видно. Неприятно сделали, кстати. Вот. Чуть-чуть эта штука, вот как будто не докрасили. Ну, да, это. Ну, это лучше, чем вчера, чем у фантом. Намного лучше. Прыскучий нектар круче. Но мы все знаем, что сейчас, кроме вспышки, никого лучше выбрать нельзя. Ладно, давайте посмотрим арты. Я же еще обзорю арты. Когда, ну, на самом деле, считаю это довольно полезной вещью. Вы видите что-то новое в виде артов у меня на канале, да и прикольная вещь, если считаете, что какое-то занятие более лучше, чем смотреть арты, ну, жду ваше сообщение. Так, мы остановились вчера на классном капсплее, который прям жутко, вот, и который я еще до сих пор вижу. Ой. Так, вчера был офигительный косплей, вот этот. Мне так сильно он понравился, что даже в ТикТоке, когда ты начинаешь его обзор, он мне остался. Давайте остановимся точно так же сегодня. Классный. Блин, ну все арты, которые я скачал, они клевые. Потому что они мне понравились. Поэтому давайте просто смотреть на них. Кому понравится, можете... А, я такой обзорщик. Вы же из-за того, что мое лицо там, сфоткаете с моим лицом, если хотите это сохранить. Ну, давайте я так сделаю, чтобы если у вас желание было скачать. Нет, даже просто спрячу себя куда-нибудь. О, нашел. Давайте смотреть арты, чтобы если вы хотели их сфоткать, я вам дам такую возможность. А там уже, пока она сфокусируется и так далее, у вас было желание там сфоткать, сделать скриншот экрана. Та я дурашка, этого не замечала, вы мне ни разу не говорили. Так. Ну, прикольненькая соображалка. О, как энергию получить. О, рассказываю. Про нее я сделал интересный ТикТок. Мне понравился эффект один классный. Даже добавил видео четкое. Она мне сильно понравилась. Это скин суровой шапочки, который я считаю отличный черно-красный стиль. Да и видите, здесь она выглядит ультра мило. Очень классно. Прям ультра. Ня. Вот такой скин хочется в коллекцию. Я ее хочу, как и Мириаду, иметь себе. Это клево. Так, конкурс скин Хэллоуин. Ну, классный скин. Жаль, что такое очень... Во, прикольно, ля, кавай. Ой, ё. Так, нет, ну тебе нафиг, ну тебе нафиг. Так, я хочу на чем-нибудь красивом остановиться, чтобы прям начать более-менее. Так, косплей, старикана. А, во, на этом остановимся. Наверное, прикольно будет начинать следующий ТикТок на этом. Ну, давайте тогда заканчиваем с этим. С вами был DazinedArt. Всего хорошего. И пишите мне комментарии, что хотелось бы добавить, что убрать из моих обзоров, чтобы мы набирали быстро просмотры и так далее. Буду добавлять все, что вы захотите, чтобы сделать более интересно.